Всем привет, меня зовут Миша Лен, я художник. Мы продолжаем нашу программу «Аугменто. Взгляд изнутри». Каждый раз я буду приглашать вас внутрь своей картины, чтобы вы стали частью этого действа. Сегодня я приглашаю вас в свою акварель «Музыка ночи. Нью-Йорк». Давайте окажемся внутри слоев цвета, эмоций, шума этого безумного города. Нью-Йорк – это основной финансовый, коммерческий и культурный центр всего мира, населением около 9 миллионов людей. Каждый человек знает Empire State Building, Центральный парк, бродвейские театры, Нью-Йоркский балет и множество музеев, таких как Метрополитен, Гуггенхайм. Только перечисление их займет часы. Этот город объединяет все нации, языки и цвета кожи. Люди со всего мира хотят оказаться здесь. Этот город имеет свою яркую индивидуальность, которую не каждый может принять. Но это точно город, в котором стоит оказаться хотя бы один раз. Мы находимся в центре известного Times Square. Эта картина была создана в 2001 году. Я хотел показать свой Нью-Йорк. Город со множеством всего происходящего. Вы можете почувствовать воздух, наполненный звуками, голосами, музыкой и шумом колес. Это очень насыщенная ночь. Мы видим светящиеся рекламы на зданиях. Каждая реклама пытается пригласить нас к себе, вовлечь, соблазнить, заинтриговать всеми возможными способами. Мы слышим звуки саксофона, мы чувствуем возбуждение. Это Нью-Йорк, город, который никогда не спит. Как всегда, я использовал структурную композицию, чтобы показать небоскребы, которые характеризуют силу этого города. На первый взгляд, это хаос, но этот хаос имеет свою логику. Давайте вместе прыгнем внутрь и сольемся с этой немного сумасшедшей жизнью. Увидимся в следующий раз. Пока.